В общем, все хорошо, прекрасная маркиза. Мой главный компьютер, который я использую для YouTube, народ, погорел. По крайней мере, я думаю, что полетел power supply, то есть подача электричества. Ну и заодно и видеокарту поменяю. Видите, будет обзор на другом канале. Видеокарта вот такая вот новая будет стоять в нем после того, как я с этим разберусь. Так что, если кто-то хочет, чтобы я приобрел новый компьютер, помогайте. Ну, реально говоря, не надо, если серьезно говорить. Power supply я уже заказал. Электрический, даже не знаю, как это по-русски называется. И приедет завтра, прямо будет. Вот это будет мой подарок мне на Новый год. Ну так, немножко смешно. Не вовремя, очень не вовремя. Одна причина для этого видео, просто у меня будут задержки в обработке видео, потому что снимать-то я их буду, а обрабатывать не на чем на данный момент. Я себе создаю видеокомпьютер для прямого эфира, но по мощности он для обработки видео будет совершенно недостаточен. Этот мощный. Здесь у меня хоть и на старый AMD FX 8370, по-моему, здесь стоит. Вот это мой самый мощный компьютер на данный момент. Соответственно, просто хотел предупредить и всех еще раз с наступающим. Ну и да, конечно, если кто-то хочет, чтобы у меня был новый компьютер, то PayPal и Patreon. А если нет, слушайте, ну, починю все-таки сам компьютерщик. Хотя, конечно, не люблю я в этом копаться, но зато, по крайней мере, поменяю стандартный Power Supply, видите, вот такая гада здесь у меня, на модульный. И будет меньше проводов. И это все идет в обзор на втором канале, который называется США по-русски. Пока что называется США по-русски. Спасибо и еще раз. Спасибо тем, кто помогает. У меня там несколько подписчиков на Патреоне есть. Спасибо тем, кто просто смотрит. И спасибо всем, кто подписывается тоже. Подписывайтесь, ставьте лайки, как говорится, палец вверх. Из раздела по римскому «Убить его, убить». И с Новым годом, увидимся в 2019.